Фастерс. Все в твоих руках. Здесь именно ты указываешь шанс выигрыша. Играть просто. Делаешь любую ставку от 1 рубля и выбираешь шанс на победу. Чем меньше шанс, тем больше выигрыш. Нажимаешь «Играть». Ползунок остановился на зеленой полосе. Ты выиграл. Деньги мгновенно можно вывести на Киви, Яндекс.Деньги или банковскую карту. Что несешь? Машину лобовую надо разбить в ближайшие вот 10 минут, как все начнется. Твой Эрик должен лично мне 1,5 миллиона денег. Бита, бита. Ебать, тачку разъебали. Вы говорите, что там Леха грустит, когда стримлю, если он будет стримить, зарейдим туда Леху. Всем привет! Меня зовут Гусейн Гасанов, и это проект «Подстава». Поехали! Очень давно не было блогера, вы заметили? Я тоже соскучился. Итак, кого мы разыграем в этот раз? Как зубы. Вы думаете? Вот здесь не так много блогеров, но один явно выбрал не тот цвет автомобиля. И Мангая бы выбрал, было бы очень интересно, кстати. Как по мне. Не надо было трогать красный цвет. Дима Гордей, чувак, прости. Что за нейм? Привет, братва! Я думаю, все видели наш видос с репликой икса, и сегодня вас ждет кое-что интересное. Что за хуйня? Ну что, по-моему, у нас получился просто охренительный результат. Да, вообще просто, это офигеть! Мы думали реально Давидыч. Я реально побежали, думал Давидыч, потому что раскраска такая. Я подбегаю, Димой, Ваня говорит, типа, ты Гордей, хуй, ты еще. Итак, у нас автоблогер. Как мы будем разыгрывать его? Ну, понятно, что что-то связано с машинами, да? Какая есть информация по этому парню? Короче, сейчас самое актуальное, это то, что он сделал золотую машину, как у Эрика Давыдовича. А кто Гусейн Гасанов по национальности, не знаете? Ну нахер, блин, я ожидал, что это самое, что ну будет похоже, но не настолько. Блин, это просто его тачка. Он азербайджанец? Дима обклеил свой X5 точно так же. Передавайте ему привет. Давыдович. И сюжет просто лежал на поверхности. Золотой Икс. Мне очень нравится идея, что машина... Он сделал машину, как у другого блогера. Поэтому можно сделать какую-то конфликтную ситуацию у этого другого блогера, а он окажется как бы, ну, случайно, знаешь. Может быть, как-то с прошлым Эрика связано. Эрик такой дерзкий парень. Так. Что если он кому-то якобы задолжал денег или с кем-то у него были... Был конфликт. Да. Вот. И эти ребята просто видят X, подъезжают, а там сидит не Эрик, а вот сейчас, этот парень. Давайте посмотрим. И ребята, это интересно, Эрик. Посмотрите со мной, я вам серьезно, просто вникните, это интересно. Сдаст ли он Эрика? Мы всегда в своих розыгрышах героев заранее подготавливаем, чтобы он в этой ситуации действительно поверил в то, что происходит вокруг него. Мы закинули удочку Диме, менеджер говорил ему о том, якобы Эрик кому-то задолжал денег, 1,5 миллиона, и эти ребята его ищут по Москве. Вот, он где-то об этом слышал. Он рассказал это Диме. Давайте так. Он подъезжает на машине куда-либо, например, к дому. Так. Да? На золотом иксе. Так. Подъезжают ребята на двух машинах. Давай на трех. На трех машинах, без разницы. Мы же масштабный проект. Три машины подъезжают к нему и... Подходят такие, чувак. Блин, лучше мы в мафию играли. Он такой, очень нудно, пиздец. Это же его, ли он информацию про... Давайте к пранку уже, можем? Все, к пранку, отлично. Смотри, мне надо вот как. Ты едешь, ты говоришь, Дим, спускайся, я сейчас через минуту буду. Сам подъезжаешь, минут через 7-10, да. Чтобы он уже внизу был. Да, и ты как... Во, отлично, давайте так. Это Эдик же машина? Не. Посмотрите на его реакцию, когда он только подходит к машине. Он улыбается. Видно, что парень еще ничего не понимает. Да не его эта машина. Не-не. Его. Ну ты же дверь только что открыл. Не, подожди, мы за тобой еще ехали с центра когда. Так это что? Ты же на нем. Подожди, подожди, не спеши. Ты только что же дверь открыл. Ну и что? Ты на ней получается или как? Ну так это наша машина, именно. В смысле, чья? Это наша машина. Не его, не его. Давай объясни ситуацию. Мне было очень интересно, расскажет ли... А это Гордей, короче? Бандитам, где живет Эрик.
его номер телефона. Прошло буквально несколько секунд, и вы посмотрите на его реакцию. А чего ты тогда на его машине? Смотри, так это не его машина, мы собрали, смотри, Вичи. Подожди. Подожди, не дергайся. Фига. Блин, когда прессуют, мне кажется, это невозможно вообще. Мы сделали машину. Самое ужасное, когда подходят все люди, что-то от тебя хотят, и как бы они просто твердят что-то и не понимают нихуя. Ну, он снимает ролик. Спасибо. Я со мной, иди сюда. Ну, он обосрался. Ну, любой бы обосрался, любой. Да подождите, ребят. Вот это что такое? Смотри, иди сюда. Ты говоришь, что это машина не Эрика. Это не, мы сделали копию машины. Но мы сделали такую же, вот поклеили. Да вот смотри, поклеили, видишь? Вот смотри, поклеили машину. Вот смотри, видишь, пленку поклеили. Вот. Было бы мемно, если бы они начали пленку, короче, отклеивать. У меня нету желания с вами тут что-то мусолить. Смотри. Что ты несешься? Спокойно разговаривать, а никто не напрягает. С тобой нормально разговариваю. Так вот, вот смотрите, мы сделаем. Подожди, ты можешь меня там искать в интернете? Бля, это очень страшно в жизни. Ты не кричи. В чем проблема? Твой Эрик должен лично мне 1.5 миллиона денег. Бегаю за ним. Хорошо, выслушайте меня. На вашу смотрю, подъезжаю, там его нету. Слушай, в интернете он гасится ваших в этих соцсетях. Дайте мне сказать. Подожди меня, дослушай, я тебе говорю. Ты что тут своих интернетных героев увидел? Как же их прессанули жестко. Слушай меня сюда. Тут два выхода. Либо ты сейчас набираешь вашему этому Эрику. Давай телефон. Он подъезжает. Так у меня нету. Подожди, я тебе сказал. Ты что постоянно лезешь, оратор? Давай, смотри, да. Он подъезжает сюда, решает вопрос с деньгами. Либо ты со мной садишься в мою машину. И мы едем туда, где он находится. Мы все ждали момента, когда выйдет бита. Я прям про себя такой. Бита. А ничего, ему машину разъебут, получается? Бита. Кто платит за это будет? Позвоните, скажите срочно, пусть дубинку разобьют. Без стекло лобовое разобьют. Подожди, меня дослушай. Я понял. Не надо мне тут сказки рассказывать, что... Вы сделали такую же машину. Если я буду чью-то машину копировать, я на ней напишу там на Америке. Я понял. Теперь послушай меня. Можешь сказать мне? Пожалуйста, минутку дай. Это просто жесть, ребят! Просто разнесли. Они что, ёбнутые? Они ему сейчас лобовуху разъебали. Эта тачка дороже моего сердца стоит. Да любой бы убежал, это нормально. Выходим. Быстрее. Честно, я когда вышел, я даже не понял, что он убежал. Мы вышли, я хотел подойти, такой, эй, это была подстава, чувак. А мне сказали, пипец, что его нет. Где он? Вы пипец. Просто красавцы. Пиздец. Он уехал на машине. Звони ему. Дим, привет, меня зовут Гусейн Гасанов, и это проект «Подстава!» Я позвонил ему и сказал, что это подстава, и он повесил трубку. Но через 5 минут приехал. И знаете, что сказал? Так, стоп! Вы знаете, что он сказал? Прости нас! Дружище, ты красавчик!
Я бы первый бы уехал с этой ситуации, честно, потому что столько людей, я тебя понимаю. Пипец, это вообще шок. Я думаю, никто не поверит, но я знал, что это пранк до последнего. Я знал, что это пранк до последнего. Почти каждый говорит. И убежал. Я знал, это был розыгрыш. Не знал. Ты не знал этого. Нет. Слушай, знаешь, любой бы, многие бы из нас, если бы вышли вот эти ребята сбитые, я бы на самом деле, не то, что первый уехал, я бы закрылся бы в машине, поэтому... План у меня был такой, на самом деле. Я думаю, сейчас уеду. Смотри, за мной Женя побежал. То есть, далее, думаю, позвоню Лёхе. Я такие вещи смотрю, мне плохо становится. Чисто, вы знаете, у меня какое-то напряжение появляется. Не знаю, хорошо это или плохо. Мне кажется, плохо. Ну, скорее плохо же, чем хорошо, верно? Ну, когда такое испытываешь. Я не знаю, может, нормально испытывать такое от просмотра видеороликов на Ютубе? Ставь